К встрече юных отдыхающих готовятся в муниципальных загородных оздоровительных лагерях. В начале июня стартуют первые смены. Сегодня в Ясном побывала специальная комиссия. Как прошла проверка, в сюжете Елены Петровой. Чистый лесной воздух, сбалансированное здоровое питание, активный интересный досуг. Загородный оздоровительный лагерь «Ясный» уже более полувека встречает муромскую ребятню. Грант, который мы получили в прошлом году, 1 000 000 рублей, позволил значительно улучшить материально-техническую базу. В двух корпусах мы поменяли окна, соответственно, режим проветривания у детей будет осуществляться согласно СанПин. Мы канализовали туалеты, построили новую рукомойку и ногомойку, как мы называем и как дети называют. И, конечно, еще сделали две кровли, усовершенствовали баню и многое-многое другое. Летний отдых должен быть комфортным. Специалисты проверяют противопожарную безопасность. Лагерь укомплектован всеми необходимыми средствами пожаротушения. Огнетушителями, средствами индивидуальной защиты от дыхания и зрения, от продуктов горения при пожаре, ручными электрическими фонарями. В корпусах имеются установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. Кроме того, значит, по требованиям законодательства, здесь имеется вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации непосредственно в подразделении пожарной охраны на центральный пункт диспетчерской связи 11-го отряда Федеральной противопожарной службы. Только за одну смену в Ясном поправит свое здоровье 100 ребят. В этом году остается приоритет и профиль. Первая смена – это по охране зрения. Она всегда очень востребована, эта смена. Медики выезжают. Полное понимание и взаимодействие с детской больницей. Все процедуры дети здесь проходят, что дает определенные результаты. Во вторую смену в лагере будут отдыхать юные журналисты. Акцент третий сделан на изучение основ безопасности жизнедеятельности. Первый заезд намечен на 5 июня. Елена Петрова, Илья Облетов, новости Муром.